Рабочее место Татьяны Гараевой находится рядом с избирательным участком. Женщина хочет исполнить свой гражданский долг в первый же день голосования, в пятницу, а потому решила открепиться от своего избирательного участка, чтобы иметь возможность проголосовать рядом с работой. Эта процедура заняла несколько минут. Для меня удобно, потому что работаю здесь рядом, поэтому мне удобно. Такие заявления от избирателей, которые хотят открепиться от своего участка и выбрать более удобное место для голосования, в Новокуйбышевске принимают с 24 июля на площадке территориальной избирательной комиссии. Здесь же проводят обучение членов участковых избирательных комиссий. В течение 5 дней более 600 человек получат новую информацию по 7 направлениям, среди которых процедура голосования в помещении и на улице, подсчет голосов и работа с документацией, после чего закрепят полученные знания в игре репетиции, которая будет проведена по полной выборной процедуре. С процессом обучения также познакомятся. Познакомились члены общественного штаба по независимому наблюдению за выборами. У нас очень многие члены участковых комиссий работают уже некоторые 15 лет и 20 даже есть лет. Конечно, у них огромный опыт, но все-таки у нас законодательство меняется, мы идем в ногу со временем. Общественники обсудили технологию мобильного избирателя. Процедуру открепления и выбора более удобного участка можно выполнить через свой аккаунт на портале госуслуг. Проверили члены штаба по наблюдению за выборами и подготовку ТИКа к адресному обходу избирателей с целью информирования о предстоящих выборных кампаниях. Члены участковых избирательных комиссий будут ходить, можно сказать, в гости к нашим гражданам, к нашим избирателям и информировать их о том, какие выборы состоятся, потому что на многих территориях будут выборы не только губернатора Самарской области, но и выборы местного уровня. Они расскажут, где их избирательный участок. Они их расскажут людям про систему мобильный избиратель. Они расскажут про возможность проголосовать в 1 из 3 дней, предоставить всю необходимую информацию. Это очень важно. Также общественники провели встречу с активными гражданами Новокуйбышевска, познакомили их с работой штаба по наблюдению за выборами, рассказали о необходимости этой работы, о нововведениях избирательного законодательства, о потенциальных спорных ситуациях на участках, а также пригласили вступить в ряды независимых наблюдателей, чтобы избирательная кампания в городе прошла без нарушений процедуры. В любом случае, до конца августа мы приглашаем принимать участие в процессе обучения наблюдению. Это могут быть и представители общественных организаций, и представители, кстати, партий, которые подали своих кандидатов, если речь идет о высшем должностном лице региона. И поэтому, конечно, чем больше у нас будет компетентных, профессионально обученных наблюдателей именно по линии нашего штаба, и которые будут иметь соответствующее удостоверение от Общественной палаты Российской Федерации, тем, конечно, у нас выборы пройдут прозрачнее, тем они пройдут удобнее для жителей. Напомним, для обеспечения законности и прозрачности электорального процесса на каждом избирательном участке в дни голосования будет вестись независимое наблюдение. Ответственным за это является общественный штаб по независимому общественному наблюдению за выборами. В этом году в состав штаба вошли представители региональной общественной палаты, ведущие эксперты в области избирательного права, представители аппарата уполномоченного по правам человека в Самарской области, Самарского отделения Ассоциации юристов России, представители средств массовой информации. Всего в составе штаба 15 человек. Председателем стал Павел Покровский, член Общественной палаты Российской Федерации, сопредседатели, президент Нотариальной палаты Самарской области Галина Николаева и Виктор Полянский, заведующий кафедрой государственного и административного права юридического факультета Самарского национального исследовательского университета имени Королева. В этом году в состав общественного штаба вновь вошла и генеральный директор телеканала «Самара ГИС» Елена Кольцун. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События.